Тамилии начинают переселять людей из ветхого и аварийного жилья. В микрорайоне «Птицефабрика» жители 6 домов, которые попали под расселение, получат ключи от квартиры в жилом комплексе Новотамилино в ближайшие месяцы. Этого события многие ждали несколько десятилетий. Лариса Сафронова готовится к переезду. Вещи почти собраны, новая мебель закуплена. В то, что совсем скоро ее ждет новоселье, женщина поверила не сразу. Сколько было обещаний, переселения, расселения. Сколько было комиссий вызывали. Ни одна комиссия не приняла дом со статусом аварийного или ветхого. Если бы не группа «Тройка Ред», мы бы, наверное, до конца жизни бы не расстались вот с этой нашей легендой. Этому дому почти 90 лет. Деревянные перекрытия изношены, электропроводка неисправна, а трубы давно прогнили. В ванной запах сырости, на стенах грибок. В таких условиях жить непросто. Делаем ремонты по несколько раз в год. Красим, мажем, замазываем. И все равно все гниет, все рушится, потому что там нечем удержаться. Лариса Вильгельмовна мечтает, чтобы все это поскорее забыть, как страшный сон. А пока берет пакет документов и вместе с внуком отправляется в офис ЖК Новотамилино. С вашими документами все в порядке. Вот, держите ключи. Поздравляю с новосельем. Спасибо огромное. Господи, неужели дожили? Неужели дождались? Семья Сафроновых стала первой, кто получил квартиру в новостройке. Территория вокруг дома благоустроена и озеленена. Есть детская и спортивная площадки с антитравматическим покрытием. По периметру установлено освещение и скамейки. Новую квартиру Лариса Сафронова видела только на плане. И сегодня она впервые перешагнула ее порог. Моя квартирка. Моя хорошая. Внутренняя отделка стен новоселам понравилась. Именно такого любимого светлого цвета Лариса Вильгельмовна уже приобрела мебель для своей квартиры. Будет у Сафроновых и собственная кухня, и ванная комната, которые теперь не нужно делить с соседями по коммуналке. Вот этого переезда мы ждали 26 лет. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья ключи от новых квартир в жилом комплексе Новотамилино получат более 500 человек. Это жители 6 домов в микрорайоне «Птицефабрика». Мы уже начали выдавать ключи 16 мая этого года. Совсем недавно уже первые жители счастливые появились. За пару месяцев мы уже со всеми клиентами повстречаемся и передадим ключи. «Тройка Ред» ведет строительство жилых микрорайонов на территории Люберец с 2012 года. По версии Национального объединения застройщиков жилья, последние несколько лет компания лидирует в рейтинге надежности застройщиков Московской области. В жилом комплексе Новотамилино будут возведены детский сад, пристройка к школе на 550 мест и 8 домов разной этажности. 4 из них уже построены. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.